соответствии с поручением ректора КФУ Ильшата Гафурова, планируется в ближайшее время усилить работу по приему в Казанский федеральный университет. О поставленных задачах работы приемной комиссии КФУ узнали у нового ответственного секретаря Олега Бодрова. Первое, на мой взгляд, самое основное, в соответствии с программой повышения конкурентоспособности нашего университета, увеличение доли иностранных студентов. Отсюда основной упор будет сделан на привлечение иностранных студентов. Есть определенные отработанные технологии взаимодействия со странами СНГ, с дальним зарубежьем. Вторая задача, которая не менее важная, и опять же в соответствии с программой повышения конкурентоспособности нашего университета, это повышение качества приема. Речь идет о среднем балле ЕГЭ. В этом году на бюджет средний балл ЕГЭ составил 77,3%. Так вот, наша задача его поднять в следующем году. Кроме того, планируется вести активную профориентационную работу, уделять особое внимание взаимодействию с одаренными школьниками. Эту же цель преследуют и предметные летние и зимние школы, которые также работают, с которыми также занимается вот этот вот отдел профориентации. Но мы видим, что участников летних и зимних школ будут отбирать как среди победителей и призеров вот этих олимпиад, как поощрение для них. Ну и третья задача, которая также прописана в программе повышения конкурентоспособности, это увеличение доли магистрантов. Это можно сделать благодаря социально-образовательной сети «Буду студентом», которая была запущена на официальном сайте КФУ 2 года назад. А в дальнейшем планируется запустить сайт на английском языке. И тогда ребята из дальнего зарубежья, пройдя на своем родном языке отборочные этапы, смогут поступить в КФУ на англоязычные программы. Традиционными задачами остаются сбор документов и организация приема тех, кто пришел подавать документы. Сегодняшние же задачи диктуют изменения в структуре работы приемной комиссии, чтобы прочно стоять на ногах не только в ближайших регионах, но и в странах СНГ, в ближнем и дальнем зарубежье. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.